Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Серега, поздоровайся. Всем привет. Всем понравилась рубрика «Какой аниматроник самый быстрый?» Он попал в тренды и практически сутки провисел там. Всем спасибо, кто ставит лайки, подписывается, мне очень приятно. Ну, а кто кушает, приятного аппетита, у кого днюха, с днем рождения. Как всегда, все навалил на кучу, а мы будем начинать. Так, Серега уже взял Бонни, я буду Чикой. Ну что, Серега, сегодня у нас три пака, надеюсь, мы успеем их вставить все в ролик. Все получится. Раз, два, три. Ну, как всегда, мне опять колечные. Это попадается медленное. Все только говорили, Димас, тебе повезет в следующей серии. Не везет. Да потому что Чика, она как кусок говна. А! Да она жирная. А, стой, стой, я не включил режим быстрый. Давай заново, стой. Я был вкончен уже 37 тысяч режимов. А ну, стой. Так, это конченый, да, режим? О, раз. Два. Погоди! Ах ты! Умный думаешь! Раз, два, три! Пока, Димас! Да ну, опять режим включу какой-то нечестный! Ты тоже! Хорошо, ладно, Бонни быстрее! Давай эндоскелет! Ладно, не эндоскелет, я. Так, включаем тысячный режим! Так, включил. Еще раз. Ну что? Ого, он быс... Так, давай. Раз, два, три. Фокс наконец-то быстрее. Я обгоняю тебя. Да не, не может быть такого. Я обгоняю. Нет, нет. Да что ты вообще-то быстрый? А это что за режим? Это... А, стоя, это стоячий режим, я понял. Знаем такой. А это сидячий. Блин, ну они все медленные мне попадаются. Хорошо, давай следующих. Я буду... Вот сейчас я точно... А, ладно, давай. Вот так вот, да? Так, этот один режим. Так, третий режим, чуть пятый. Ладно, буду в этом. Давай, Серега, начинаем отсюда. Отчитывай ты. Раз, два, три. Наконец-то я выиграл! Есть, есть, есть. Мой быстрее аниматроник оказался, чем Сережкин. Да... А у тебя точно режим правильный был включен? Хорошо. Давай. Я буду этим чили-пиздриком. А я кексом. Не, я хотел, чтобы ты Фокси взял. То понятно, что он уже проиграл автоматически. Так, два режима переключим. А у меня нету режимов. У меня тут просто конченый бег. Ну ладно, давай попробуем. Раз, два, три. Отвали, хватит меня обгонять. Да я не могу ни тпхаться. Блин, пробел нажал. Как всегда, мне Серега выигрывает, так нечестно. Че ты ржешь, как дурачок? Давайте, короче, проверим, ребята, следующий пилпак. Rockstar Assembler. У нас он есть, но мы ни разу его не проверяли. Хорошо, давай я буду... Петухом? Не, что за... О, давай, он же превращается. Ладно, давай. Ну, так громко топают. Раз, два, три. А, я вот за попугая могу летать. Ах ты же. Так не, уже с самого начала попугай, я сам превратился в этого. Короче, попугай самый быстрый. Хорошо, Бонька у нас есть еще. Бонька и Чика. Ой, ты пэхнул. А, ты пэхаться может, хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас за бордюр зайдем, потому что очень тяжелый. Раз, два, три. Ты быстрее. Тогда хищ! Вот, блин, два игрока. Так, а кто у нас тут еще остался? А, Фокси и Фредька. А, я уже за него бегал. Ну, давайте попробуем все-таки, может, Фокси быстрей. Ты готов? Да. Раз, два, три. Да, вот это костыль у него на левой ноге. Такой отстой вообще просто. Еле бежит. Да, полчаса спустя. 6 hour later, да, давай. Прибежал. 2 weeks later. Блин, я мог... А, я не мог тпхать, я мог только в попугая превращаться. Так, давай еще проверим пак. Five Nights at Freddy's 4, да. 4. Очень топовый пак. У них есть какие-то режимы или нету? Ага, режимов нет. А, нет, они могут кричать. А какой кнопкой? И телепортироваться, Ctrl. А, я не могу кричать, я могу как дурачок сгибаться.
А ну крикни еще раз, мне так нравится, когда он орет. Жесть, аж это... челюсть раскрывает. Так на всю карту слышно. Ладно, давай будем проверять. Раз, два, три. Ого, да, да ладно. Да, Серега, мы сейчас выберем самого быстрого аниматроника, а потом в конце сделаем гонку. Помнишь, есть пак, голова летающая, очень быстрая. Да. Мы ее стестируем с этим, вот Фредди. Фредди, наверное, он, мне кажется, будет самый быстрый. Хорошо. Так. ТП-хаться может. ТП-хаться не буду. Какой кнопкой? О, прикольно. Ладно. Раз. Ты готов? Два. Три. Ах ты! Вот это он быстрый, ребята! Вот это аниматроник вообще быстрючий. Просто нереальная скорость. Воу, пойдет, пойдет. О, золотой против обычного. Какой-то как обосранный. Ну ладно. Ты готов? Я готов. Раз, два, три. Ого! Ах ты быстрый жук! Ничего себе, я просто какой-то бешеный. А ну. О, тоже быстрый. А на вас плюш трапом возьмете, который я только что брал, он быстрый очень. Вот, взял. А хорошо, давай с этим. Давай, раз, два, три. Плюш трап быстрее, а не. Нет, я быстрее намного. Ну-ка, вот это... Давай проверим еще пак Five Nights at Freddy's 4. Мы его тоже никогда не проверяли. Где кошмарные чисто. Давай. О, я такой звук конченый издаю, я так за ним заскочился. Так, ты готов? Угу. Раз, два, три, я выиграю! Нет. Да нет, да нет, нет, они одинаково, одинаково, Серега. Одинаково бегаем. Четко вообще скорость. Хорошо, давай с этим. Раз. Два. Три. Получается, они в этом баке все... А, не, я догоняю. Я догоняю, Серега, смотри. Не, одинаково. Блин, ну мне кажется, я догоняю. Ну тебе кажется. Ладно, давай уже для проверки, чтобы точно мы знали, что все одинаково бегают. Раз. Два. Три. Ах ты! Да ну ладно, ты сразу до конца! Так, хорошо. Ладно, понятно, что плюштра будет одинаково бегать. Давай теперь сравним. Вот этого Фредди. Знает мэра. И говорящая, а где летающая голова? Ты не помнишь ее где? Пур 2 ВЕ, по-моему. Так, нашел. Ребята, напишите в комментариях, кто быстрее, я или Серега? Потому что эти два аниматроника очень быстрые, просто. Серега, сейчас будет решающий момент, кто из нас лучше. Ты готов? Я готивка. Ах ты, гадина! На всякий случай! О, подожди, стой. Ага, понял, стопэ. Буду головашкой. Раз, два, три. Да кто ж быстрее? Да ладно, ты быстрее! А чё, нема быстрее, чем вот это у меня голова? Нет. Мне кажется, вот этот еще быстро очень бегает. Подожди, это не он. Ну давай проверим. Нет, это не он. Стой, подожди, я помню, какой-то аниматроник очень быстро здесь бегает. Фоксиандра. Так, это не он. Ты так прикольно дышишь, мне даже страшно. Не-не-не. А, вот этот мой? Нет, он Калич. Блин, это коробка вонючая. Да я не помню, какой-то такой есть псих. Во! А теперь мы проверим, кто из нас быстрее. О, какой милый. Ты же, она такая стрёмная вообще. Скрэп бэйби, ты готов? Да. Раз, два, три. Все равно ты быстрее. Да ладно, да как? Ты всегда выиграешь. Давай, ладно, против вот это скрэп бэйби. Не, она рахитка. Да не, я вижу сразу, что она ни о чем. Да не, ну ты какой-то вообще... Ребята, короче, мы выяснили, что этот аниматроник самый быстрый. Реально очень. Ты быстрее, что он кричит? На данный момент это самый быстрый аниматроник из всех, которых присутствует. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!
подкасте. До сейчас.